Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть за Room, и у нас головоломка тут небольшая с ключами, вроде бы все просто, с другой стороны все это как-то херово. Вот, ну я вот пытаюсь поставить ключи правильно, но не очень, я что-то врубаюсь, почему они не совпадают. Вроде все правильно, они все не совпадают. Ну, смотрите, все идеально просто совпало. Или может глубина такая другая, подождите. Нет, ну они в любом случае разной глубины. Ну вот, идеально. И подсказка мне говорит. Cross key shape cut into the wood. Чё? On side of the box. Да я понимаю. Чё мне тут подсказок тут наделали целую кучу. Я не очень понимаю, почему не подходит. Я же все правильно ключ ставлю. Не подходит, написано. Да ну! Надо было просто ключ перевернуть местами, то есть вообще просто ключ перевернуть. О, это идиотизм, идиотизм. Как зачем? Ну, блин, полный бред, короче, ладно. Открыл все-таки. Так, другая рефлекторная хрень, и мы ее вставляем с вами вот сюда, видимо. Посвечу заново эти хрени у нас. Посмотрим. Так, хорошо. Можем играться с чем-то. Ага, вижу. Так, подожди. Ага, это еще можно в каком-то режиме фигачить. Подожди, хорошо. Ого, надо на все эти штуки засветить, чтобы она сюда отразилась. Понятно, короче. Что если здесь? Так, одну попали. Так, но тает верхняя не работает. Что-то мне в каждом нужно, да? И тут тоже ездит какая-то штука, я просто не вижу. Нет, только три штуки. Да понятно, нужно отразить эти штуки. Отразить таким образом, чтобы каждая в линзу стрельнула. Но она не хочет сейчас линзу. Два положения есть. Ага, вот получилось. И последнее положение. Вот, все, хорошо. Все очень просто, на самом деле. Оказал, потому что каждая линза дает положение, поэтому все просто. Так, остальное освещение. Поджигаем. Ой-ё, вашу дивизию, нихера себе. Это круто. Кусок карты, который мы вставим с вами, соответственно, сюда. Так, ну я стал уже все ближе и ближе. Так, глобусы светятся теперь, да, у нас? Что это нам дает? Может, какие-то линии мы можем просветить как-то? По-интересному. Ага, ну понятно, что нам дает теперь это. Телескопами что-то видим, да, реально? А, я понял. Раз, раз, два, три, четыре, пять. А с рефлектором если посмотреть? Все равно понятно. Я догадываюсь, для чего это нужно. Сейчас проверим заодно мою гипотезу. Это нам нужно для вот этой штуки. Нет, не ты, вот этой. Так, вот это. Ага, все, я неправильно сделал, все, я понял. Так. Последний кусок карты. И письмо, шестое. Ну еще нужно, скоро конец игры будет, ребята. Так, 9 августа, круг Right along, how to can... так. Круг был прямо передо мной. Как я мог его не заметить? Как я мог быть настолько слеп? Я открыл какой-то скриптус
Но чти. Так, теперь он имеет какой-то источник. Этой ночью я призвал Астарота, какого-то вавилонского... Это как тогда, когда вавилоняне призывали Иштара, так же, как принца Акусирс какого-то... принца какого-то, в общем, казни Инквизиции, видимо, что-то в этом роде. И того, кто... И он, кто сможет открыть все секреты. И поведать мне все знания об нулевом элементе для меня. Короче, чувак очень рад, что поехал в Ленинград. Что мы имеем за карты, покажите мне. Собственно говоря, последнюю карту имеем. Давай. Стоп. Господи, что такое? Епическая хрень, нифига себе. Охренеть, просто можно. О, я прошел главу. Ну, давайте дальше. Время еще есть, мы не прошли всю игру. Ну, я открыл уже неплохо. Осталось, видимо, очень мало. Раз шестая страница, еще последняя страница осталась. Финальная. То есть уже осталось играть очень мало. Теперь надо понять, что нужно делать. Во-первых, давайте просветим сразу. Ясно. Крутить я эту штуку не могу или могу крутить эту штуку? Что-то сильно не крутится. Хорошо. Мы имеем какие-то стрелочки. Давайте думать. Кнопочки имеем. Не нажимается, который, подождите, а может что-то просвечивается? Нет, а подожди, я могу вернуться вниз? Могу, нет. Нет, вниз не могу, что там сверху делать? Что-то можно совместить опять? Пока не очень понятно, что. Что-то меняется при совмещении? Или не меняется? Подсказка. Еще бы начать. Те светящиеся кристаллы около какого-то небосклона, заката. Выглядит очень интересно, понял. Эти что ли? А подожди, вот что-то есть. Охереть просто можно. Ага, все. Совместили. Ищем кристалл номер 2, видимо, должен быть чуть это. Так, а что поменялось по стрелочкам? Стрелочки. Тут они соединяются, тут они расходятся. Пока логики не увидел. Хорошо. Тут что такое у нас? Покажи мне. Чё, не могу двигать как-то? В общем, индикатор круга какой-то, но он закрыт. Открыть я его почему-то не могу. Заблокирован. Хорошо. Возможно, что-то мы здесь еще не с вами не так... А, подожди, открылась ручка. Собственно говоря, я даже не заметил. Ручка. И вот последнее, видите. Письмо, значит, конечно, скоро конец игры. Что-то пошло не так. Я следовал указаниям очень трепетно. Астерот не появился. Я не получил никаких ответов. У меня стало больше вопросов. Мое видение стало очень крутым. Не знаю, что это такое. Не очень понимаю. Increased. А, мои видения увеличились. Увеличились, да. Они взывают ко мне. И я не могу стоять долго на одном месте. Я пытался проследить их, отслеживать их, но
Линзы повредили мои глаза. Фу, блин, бедный чувак. Я смешал... Solution какой-то смесь, наверное, что там вроде для боли. Для тех, кто будет за мной и найдет этот журнал, моя удача... лак. Ну, это же, ну, лак, это может не а, это у нее так пишется. Ну, не знаю, что здесь точно написано. Не могу, просто не хочу не очень правильно приводить. А этот дом слишком очень слишком большой для меня теперь. Здесь повезде комнаты. Короче, я пошел, по-моему, с мана сейчас ходить, если не ошибаюсь. Так, у нас есть ручка, значит, надо нужно как-то ее зафитить. Давайте посмотрим, куда. Small щит? Может, сюда подходит? Нет, не подходит. Хорошо. Где у нас тут есть? Ну, явно уже конец игры, уже просто видно. Так. Ага, и что это такое? Может, сюда подойдешь? Да ладно. Ага, все. Крутим, крутим. Что меняется? Смотрим. Сфера, нет, какой-то... Господи, что опять-то случилось-то? Non est en astra molis et teris vi. Шестое. Ну, на самом деле написано по-латыни, мы не знаем, что это такое. С вами, ребята. Давайте смотреть, что произойдет. Меч. Меч у нас. Что-то дает нам меч. Что-то поменялось? Так, а что это за штука? Подождите. Меч. Опять сфера долбана, опять совмещать. Ладно. А можно крутить, по-моему, да? Страшно, блин, как все, блин, просто загадочно и круто. Так, как это можно совместить? Просто интересно. Ну, я вижу, что как-то похоже что-то на это, но нет. И мне нужно меч нарисовать? Нет, мне нужно просто, может, нужно менять эти штуки? Меняются они вообще или нет? А, то есть не меня. Так, подождите. Меч, 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 меч. Может быть, там надо нарисовать меч со звездой? Ну, сейчас посмотрим еще какие-нибудь вещи. Может, что-то еще поменялось на нашем столе, потому что всякое бывает. Нет, получается, значит, мне нужно здесь совмещать линии каким-то образом. Я пока не очень понимаю. Я не могу крутить эту штуку почему-то. Может, как-то кинжал можно управлять. Ой, подожди, что-то получилось. Так, а как я покрутил? А, так она крутится, просто она крутится не так, как она должна была быть. Вот очень... Почти получилось. Вот. Так нам нужно как-то вот здесь совместить. О! Но! Кинжал. Кинжал. Вставляется наверняка в середину стола. Очень на это очень сильно очень похоже. Блин, какой-то король Артур, я себя чувствую, как на стол. Блин, вы издеваетесь, что ли? Еще, короче, головоломка стала. Сейчас нужно правильно совместить все светила, что ли? Кнопочки появились, господи. Так. Что будет, если нажму на кнопочку? Подожди, а что значит? Так, тихо. Ясно. Так, давайте смотреть, что мы можем использовать.
пока не очень понятно. Но я вижу, стрелочки есть. Возможно, их как-то можно повертеть. Чтобы подогнать по стрелочке все, что-то это, конечно, вертится. Потому что я пока не вижу, что-то вертелось. Смогу ли я вообще просто управлять этими штуками? Как-то вертеть их. То есть только через пульт управления, что ли, можно это? Ну, давайте попробуем. Так, я пока логики не вижу. Хорошо. Пульт есть, но как он подсказывает? Вот тут, допустим, пульт сколько у нас? 3 на 4, да? То есть 12 этих штук. Как он может... Так, а что-то здесь поменялось? Ага, раз, два, три, четыре. Ну, все, нашли схему. По-моему, вот так надо. Так, хорошо, опять вертится. Опять мне нужно дальше продвинуть, что ли? На этот раз будет нас глаз. Да ладно, серьезно. Так, и глаза здесь надо будет просматривать, конечно же. О, ну вы прям вообще издеваетесь. И следующая штука надо будет повернуть вот так вот. Я могу что-то вертеть, кстати. Или само вертится. Надо же подставить ровненько, как-то так. Так, хорошо. В виде этого будет, да, у нас? В виде. Вот такого вот копья. Так, они остановились наконец-таки. Другое дело. Так, легче. Глаз. Мы взяли объект золотой мульт глаз. Большой глаз. Давайте посмотрим его. Вообще. Просто глаз. Куда его вставлять-то? Я бы говорил, выпускал бы сюда, мне кажется, но не факт. Давайте посмотрим. Мне какой нужен быть... Мне нужно быть инженером, чтобы это все вот создать, это всю эту головоломку настолько сложную. Ну, реально сложновато. Ну, она как бы легкая, конечно, чем мне нравится. В то же время и жесть полная творится. Есть круги. Так. Хорошо, я могу вертеть ее отсюда? Не могу. Как мне нужно поставить? В чем может быть логика? Хорошо. Епический небоскреб. Что это? Это иллюзия. Просто капец. Ладно. Давайте потихонечку посмотрим, что у нас поимеем. Что мне говорит? Деревянная рамка. Я могу видеть сквозь нее. Логично. Только я пока логики не улавливаю, что нам это дает. Давайте дальше поворачивать. Два дома. И что? Еще раз повернем сюда. Подожди, мне нужно повернуть ровненько в эту штуку, что ли? Ну-ка. Один. А-а-а, я понял, кажется. У нас есть эти кнопки? Да, у меня про кнопки. У нас есть эти кнопки? Кнопки доступны. Значит, вверху одна. Внизу... Блин, нифига не видно. Вверху одна, внизу две по бокам.
Так, давайте прям поставим, если это возможно. Хорошо. А теперь поворачиваем еще немножечко. Вот так. Посередине тоже одна. Давай, давай. Здесь. Да, по-моему, тоже здесь, если не ошибаюсь. Нет. Где-то ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Все-таки неправильно где-то получается, да? Одна. Еще раз вертим. Так, а там нету, там надо угадывать, что ли, получается? Ну ладно. А, две по бокам там, нет, угадать не надо будет. Все, понял, здесь две по бокам опять. Вот так получается у нас. Господи, еще одна черная хрень выехала. С кристаллом каким-то. Можно забрать кристалл? А я объект забрал. А вот и есть сфера. Я нашел источник энергии нулевого объекта. В Energy Source Fairness нуль объект. Что-то в этом роде. Нажимаем. Ну и что? Что поменялось? Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то могу что-то поменять, посместить? Походу не могу. Что такого не написано, но там есть какой-то вот и кристалл, который забрать не могу никак. Подожди, а если вот так сделать? А, ну, не работает там. Хорошо. У нас с вами нужно делать совмещение какое-то. Давайте пытаться что-то мутить. Попробуем вот так сделать. Теперь просто как-то совмещать. Потому что так же все осталось. Он говорит, посмотрите, через объект. Но что мне дает? А, вот я приблизил, смотрите. Надо было все же приблизить. Теперь я смогу что-то повертеть как-то. Мне надо как-то крутить, но они не крутятся. Блин, прям комната в другом измерении, в смысле, Стоунхендж какой-то. Не могу эту штуку. Она мне ничего не дает, что я на нее смотрю. А вот, без глаз. Я не могу поворачивать почему-то. Так, подождите. Ага. Я вижу опять три зубец здесь. Возможно, это нам поможет. Как отсюда выйти теперь? А, я могу вертеть. Блин, ну, когда я смогу свертеть? Наконец-таки. Так, мне нужно как-то совместить это все. И так понятно. Просто только как так совместить, чтобы она все. А, у нас еще нижняя хрень еще есть, смотрите. А, все на нижнюю надо совместить. Вот так. Вот. Блин, опять механизм. Давай издевайтесь, что ли. И помещаю сюда. И достаю нулевой объект. Это энергия для него. Что происходит? О, это ворота в ад, я так понимаю, да? Я прошел игру? Или это еще продолжится? Подождите, лодин какой-то идет. Я зашел через врата. И, видимо, внутри будет нулевой объект, но это мы не закончили.
Ладно, дорогие друзья, давайте тогда на этом закончим серию. Если еще получится короткая, я совмещу их две, но я думаю, что не будет короткая, поэтому мы сделаем уже в следующей серии, собственно говоря, будем снимать, и уже бы, видимо, конец, то, что уже осталось минимум. Если вам понравилось, я немножко потупил, но я постараюсь обрезать все моменты, затыки и тому подобное. Все будет хорошо. Не забывайте оценивать видео, подписываться на канал, и в следующих сериях. Пока-пока-пока.